Всем здравствуйте! В летний период года всегда хочется задержаться на дачном участке подольше, пообщаться с друзьями и насладиться теплым вечером. Но возникает проблема с освещением. Территория погружается в темноту. И приходится думать о подключении электричества. Полностью решают проблему фонари на солнечных батареях, которые можно устанавливать в любом месте садового участка. Фонарики такие светонакопительные. Что же это значит? Лампа в таких фонарях на солнечных батареях. Заряжаются они днем от солнечного света, а при наступлении сумерек включаются автоматически и не придется задумываться о подключении дополнительного света. Излучается из них белый светодиодный свет. В ассортименте интернет-магазина Хитсад имеется широкий выбор товаров, в комплект которым входят светодиодные фонарики. Это декоративные шпалеры для вьющихся растений, фигурки или садовая мебель, например, вот такая скамейка с кротом, в комплект которой входит фонарик. Или, например, садовые подставки с фонариками. Посмотрите, какие они изящные и ажурные. А мягкий свет только дополняет красоту. Мостики с фонарями – это невероятное сочетание функциональности и красоты. Благодаря светильникам по мосту можно прогуливаться не только днем, но и в вечернее время. В нашем ассортименте также присутствуют мостики со светодиодной лентой, которая тоже светит довольно ярко. Наслаждайтесь теплой погодой, красивым садом с товарами от Хитсад. До новых встреч!